В Златоусте полицейские вычислили подозреваемого в краже ноутбука из магазина. На кадрах видно, как покупатель, находясь в сетевом магазине строительных материалов, крадет ноутбук. Техника принадлежала индивидуальному предпринимателю. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Его задержали. Личность установили благодаря этой съемке. Теперь мужчине может грозить штраф и тюремное заключение. А это кадры с ветеринарной клиники в Калининском районе. Мужчины якобы отвлекали администратора, в то время как третий проник в ординаторскую. Здесь, судя по съемке с камеры наблюдения, он устроил настоящий обыск. Заглянул в ящики стола, шкаф и украл личные вещи доктора. Это был кошелек с деньгами. Сейчас этими кадрами заинтересовались полицейские. Мужчину ищут.